Дисклеймер. В этом видео будет страшно и очень громко. Снова всем привет, друзья. С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Dead by Daylight после череды обновлений. А точнее, после, наверное, одного главного обновления, которое я, к сожалению, не смог снять в силу различных обстоятельств вовремя. Это хэллоуинское обновление, и сегодня мы будем смотреть вместе с вами, друзья, на то, что нам ввели разработчики. Давайте нажмем вкладочку «Быть выжившим» и посмотрим, что у нас есть. Да, это новая девочка. Это новая девочка, зовут ее Лаура Стероид, Лори Строуд, вот. Лори Строуд, значит, если бы она была стероид, то здесь бы была какая-нибудь атлетка, ребята, перекачанная. Но нет, это Лори Строуд. Хэллоуинское обновление, да, как вы видите, она появилась у нас. Что у нее имеется, ребята? В снаряжении мы также можем что-то запихуячить, естественно, здесь все слоты, соответственно, не заполнены, потому что я ее не прокачивал и ни разу не играл. Но у нас теперь появился Храм Тайн. Храм Тайн обновляется через 7 дней. Что такое Храм Тайн? Вы возбуждены от ожидания повесить вашу добычу. Увеличивает вашу скорость во время перемещения тел. А у Лауры Стероид возбуждение во время добычи, это, видимо, для маньяка, ребята, у нас в храме пилюлечки. Соответственно, появилась вот эта вот валюта. Я не знаю, что и валюта это значит, но тем не менее она у нас появилась, она у нас есть. Не знаю, с чем связано, как бы, но тем не менее, значит, в храме есть различные перки, да. Как это используется, пока непонятно для меня. Но давайте посмотрим, как можно изменить, например, эту Лори Строуд. Значит, есть волосюшки распущенные, волосюшки собранные. Маечка хераечка, соответственно, грязная, чистая. Штанишки херишки, грязные, чистые. Ну, в принципе, здесь все понятно. Давайте сменим роль. Вот это самое интересное. У нас появился вот такой вот хэллоуинский маньяк под названием Тень. The Halloween Chapter. Очень страшный, красивый и интересный. И он является чистым злом, насколько я понимаю. Внутренняя тьма питает его решимостью лишить жизни его жертву. Активация чистого зла позволяет Тени четко видеть свою жертву и накапливать больше силы зла, преследуя их. Вау, три уровня чистого зла имеют различные преимущества. Уменьшает радиус террора, представляет иммунитет навыкам обнаружения, слегка снижает скорость движения, слегка снижает стремительный рывок. Умеренно уменьшает радиус террора, слегка увеличивает скорость движения. О, господи, это чистое зло, господи! Что же будет? Маленькие свинки будут дрожать и визжать от счастья. Изменить его никак нельзя, даже его оружие, кухонный нож, в принципе, никак не меняется пока. Ну что ж, друзья, я думаю, нам нужно перейти с вами к геймплейчику, как бы, и посмотреть, что да как у нас будет с этим. А вот новый контент мы можем почитать, он здесь на английском. В принципе, все понятно, да, то, что у нас есть новый маньяк, новая жертва и, скорее всего, новая какая-то локация, в чем я не уверен, ребята, не было времени почитать прям сильно, но, тем не менее, я, наверное, сам поиграю за эту Лори Строуд, посмотрю, что из этого получится. Давайте, ребята, найдем, наконец, каточку и приступим. Ну что ж, друзья, а вот она и каточка, а вот она и я, та самая Лаура Стероид. И, соответственно, я должна выжить, как и все остальные. Скорее всего, против нас будет играть какой-нибудь новый вот этот страшный маньяк, от которого ни хера не скроешься. Может быть, сейчас стоит играть вместе поближе к выжившим, к другим. Может быть, что-то еще. Пока непонятно. Я Лаура Стероид, у которой нет абсолютно ничего. У меня нет никаких обилочек, которые бы мне помогли. У меня нет шанса выжить, я думаю, в этой каточке. Но, тем не менее, я очень сильно постараюсь убежать от маньячка и сделать все красиво. Давайте делать, конечно же. Ёбаный ты нахуй! Ты чё, блядь, нахуй? Он охуел, что ли, блядь? Нахуй, он страшный, почему он медленный такой? Блядь, прошу прощения, друзья, я сейчас была не сдержанная, Лауры. От него скрыться вообще нет, нахуй. Это что за пида? Блять, страшный нахуй, как демон, блять, ебаный нахуй. Пошел ты нахуй, блять. Пошел ты нахуй, блять. Что это за говно, блять? Мне реально очково, блять, у него маска страшная. Что он делает? Пацаны! Ребята! Ребята, блядь, что у него там за маячок на ноже? Ребят, помогите мне, блядь! Ребята, я здесь повисла, ребята!
Ребятки, ебать, он страшный нахуй с маской. А чё, почему он медленный такой был? Вон девочка бежит. Вон, ой, ребятки, прошу прощения, дорогие друзья. Блять, это было, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обзорчик буду делать, обзорчик, херорчик буду делать. Красава, красава, помогай мне. Спасибо, Лаура Стероид. Да пошел ты нахуй! Бля... Ой, прошу прощения, ребятки. Прошу прощения. Блять. Мне страшно. Да чё ж ты такой стрёмный? Так кто тебе такую маску нахуй нарисовал? Бля. Спасите меня. Я еще не поиграла. Почему я была первая? Очкарик. Да не меня, блять! Сука! Прошу прощения, дорогие друзья, еще раз прошу прощения, сугубо извиняюсь. Да хватит уже, блядь! Да что ж ты нахуй-то, да демон такой-то, блядь, пизду! Ну что ж, дорогие друзья, я немножечко подуспокоился и, соответственно, теперь могу лучше, так сказать, чувствовать игру. Я думаю, я пережил тот самый случай, больше, надеюсь, у нас такого не произойдет. Кудрявый, пошли. Че ты перекрыл-то меня, кудрявый, пойдем! Кудрявый. Это что было сейчас? Тот ловушечку поставил рядом с нами? Что это за звуки? Что это за говно? Кудрявый, ты что там мутишь? Кудрявый! Что он делает? Что он делает? А, он ломает крюк! Красава вообще! Красава, кудрявый, ты молодец, ты умеешь, ты можешь, ты красавчик. Давай будем действовать аккуратно, ребята. Видимо, вот эта вот маечка, она очень сильно привлекает внимание, на самом деле. И мне не стоило одеваться в этой маечке. Теперь я понимаю, почему меня так быстро начали насиловать, дорогие друзья. Поэтому, я думаю, не стоит, если ты играешь Лаурой Стероид. Где он, блядь? Он где-то рядом? Да, он кого-то ударил. И музыка заиграла. Вон там кто-то бегает в той стороне, дорогие друзья. Но наша задача быть четкими и, соответственно, вычинить генератор, чтобы с нами не случилось подобные беды. Может быть, Лаура Стероид пойдет на помощь и... кстати, звучит как, да, и имя героинши Суперменши. Которая должна всех спасать. Я Лаура Стероид! Такая огромная женщина приходит с молотом Тора каким-нибудь. Викингша, да? И начинает всех охуяривать, дорогие друзья, своим большим молотом. И выкрикивая свое имя везде и повсюду. Лаура Стероид! Какую-то хуйню я несу вообще. Да ладно, он занят. Он меня трогать не будет, я думаю. Потому что он человека там повалил, да, и уже на крючок насадил, как бы. А я не знаю... Ага, это было сделано вон там. Нам нужно дочинить хотя бы один генератор. Мы должны быть героинями, соответственно, этого романа, как говорится. У меня первого левела Лаура Стероид, поэтому я не знаю, что будет дальше, дорогие друзья. Один выживший насажен, скорее всего, Маничило будет кемперить. Выжившего, по моим ощущениям. Поэтому нужно просто двигаться дальше. Нужно делать генераторы дальше. Я одна, что ли, делаю генераторы? Больше никто, посмотрите, не занимается починкой. Это очень странная каточка. Вы видели? Он идет, блядь. Он идет очень медленно, и его приближение ты не слышишь, ребята. Ёбаный нахуй! Блядь, какой он страшный пидор! Я Лаура Стероид. И я спрячусь от Да ну ты нахуй! Ты как это сделал? Ты... Блядский пидорас. Я, значит, делаю генераторы. А где остальные ребятки? Я сделала генератор. Я не должна погибать. Помогите мне! Помогите же мне, блядь!
Он какой-то ебанутый, этот маньяк. Он реально какой-то демон, блядь, я не знаю, ты видел? Он медленно идет такой, смотрит на тебя. Сейчас я тебе буду убивать. И, соответственно, подходит тебе просто и дает тебе мечом в лицо, дорогие друзья. Это просто невероятное говно. Где? Где друзья-то? Ты что сидишь там? Вы что? Лаура, стероид, помогите! Лаура, стероид может! А им похуй вообще, они только сами за себя. Ну ладно. Понимаете, не может львица быть среди свиней. Поэтому я кое-что поменяю. Ну что же, дорогие друзья. А сегодня здесь я. На переулке. Новой карте, дорогие друзья. Я. Человек в маске. Вонючий ублюдок-маньяк. Ребята, как нам повезло. Новая карта, наконец-то. Я ни разу такой не видел. Посмотрите, как это красиво. И как она лагает, кстати говоря, у нее. Это хэллоуинская карта в хэллоуинском обновлении. Сучка. Привет. Знаю, я наблюдаю за тобой. У тебя есть друзья наверху, да? Они даже не чувствуют, блядь, того, что я рядом, блядь. Пиздюк вонючий. Да, блядь, на крыше прямо едь. Папочка тебя уработает, нахуй. Ползи, маленький, упадешь вниз? Упадешь вниз, нахуй. Вонючий маленький ублюдок. Вот это мне нравится. Новая карта, новые приключения. Новый запах свиньи. Ах, как хорошо, блядь. Ой, прошу прощения, ребят. Я увлекся, мне просто нравится Dead by Daylight. Если вам нравится тоже, не забывайте поставить лайк. Пиздюк, значит, упал. Моя задача отслеживать жертв, насколько я понимаю. И чем больше я буду смотреть на нее вот в этом вот образе, на любую, да, из жертв, тем, соответственно, сильнее становится наш маньячок. Он быстрее передвигается, быстрее бегает, становится, так скажем, плодотворнее, дорогие друзья. То есть его работа начинает быть более эффективной. Я пока не вижу никого. Кто-нибудь прячется здесь за деревьями? Вон, бежит, сучка, бежит. Смотрите, я на него смотрю, видите, я наблюдаю за ним. Он не понимает, что он прокачивает меня, этот маленький пиздюк. Насколько я понимаю, это именно так и работает. Чем больше я буду сейчас следить за жертвами, тем лучше. Мне лучше покемперить сейчас, наверное, за этого маньячка. Лучше заниматься кемпингом. А, потому что этот маньячок умеет делать грязь. Да, пидор? Чё, пидор, завёл уже? Практически завёл. Кто-то здесь, да, домик, блядь? Домик кто-то здесь завёл? Кто-то здесь сидит? Разрешите пройти к вам в гости, маленькие вонючие свиняшки? Я пока не чувствую никого, но здесь явно кто-то есть рядом. Да, есть этот генератор, есть тот. Вон он крадется, смотрите. Да, здравствуйте, блядь. Здравствуйте же, блядь. Вот это дома. Мне даже интереснее сейчас обозреть это все дело, ребята. Посмотреть, чем, как бы, катнуть здесь на самом деле. Потому что это реально круто. Кто-то есть в моем подвале? Ебать здесь. Как же здесь круто все выглядит, друзья. А здесь кто-то сидит у нас? И нет, блядь. Нет. Я не слышал, чтобы кто-то... А может здесь? Нет, и здесь тоже никого нет. Мне интересно даже просто сейчас побегать по этой карте, блин, и не убивать кого-то. Они играть начинают. Ребятки, не надо играть со мной, блядь. Не надо играть. Давайте посмотрим на карту, ведь это великолепие просто. О, да, пиздюк. Пиздючка, точнее. Здравствуйте, да. Она даже не понимает, что с ней происходит, блядь. Она даже не понимает, блядь, на кого она нарвалась, блядь. Леди Хуеди. Мелкая миледи. Любит играть в игры, но не знает с кем, блядь. Ну чё, маленькая, блядь, беги, потаскуха ебучая, беги, блядь. Ибо я иду нахуй, я папочка, блядь. Сучара вонючая, блядь. Давай, нахуй, поднимайся, хитер ебаный, блядь. Ой, прошу прощения, дорогие друзья, у меня...
Я немножко о своем задумался. Вот. Ну что ж, давайте вешать эту девушку, соответственно, на крючок. И, соответственно, смотреть на удовольствие ее умирания, так скажем. Тут кто-то тоже что-то вычинивает, выхиливает. В доме сейчас есть пиздюк, насколько я понимаю. Соответственно, им сейчас нужно очень быстро генераторы починить, а мне профармить, как говорится, свою обилочку. Вон они там заводят, все умирает, все взрывается. Я не вижу, чтобы кто-то ей помогал, но сейчас я зато могу отследить, когда кто-то рядом. Че, спасать не пойдут, что ли? Я-то кемпер вонючий, ты че, блядь, думаешь? Я видос снимаю, мне кемперить надо. Мне надо вас качественно охуярить, как говорится, дорогие мои. Поэтому я покемперю. Да, здесь, пидор. Иду за ним. Она уже не выберется, блядь. Да, он сейчас пойдет вниз, смотрите. Да, пиздюк? Где-то здесь, вонюченький. Есть там кто? Там вороны повисли. Бля, вот это карта, ребята, вот это карта. Вот это мне нравится. Давайте просмотрим все теперь. Да, я понял, где ты. Довольно далековато. У меня всего лишь два раза прокачана обилка. Верхний генератор, значит, да? Вот он, пидор, тут. Ну ничего, блядь, я иду к тебе, нахуй, сынок. Папочка идет за тобой, блядь. Да, страшно, блядь, тебе? Страшно? Спрыгнул, блядь? Он где-то здесь. Сейчас, маленький. Сейчас, маленький. Я чувствую тебя. Блядь, интересно, интересно сделана карта очень. Очень великолепно все это выглядит. А что здесь? Здесь вот так вон, да, у нас, значит? Наверху никого больше нет. Вон там. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. В дом пошел. Сзади меня кто-то бегал. Вон, 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 побежал, побежал, побежал. Видите, да? Где-то здесь ублюдок ходит. Где-то здесь ублюдок бродит. Нет, маленького здесь нет. Прокачать бы обилочку. Вот в чем сейчас вопрос. Маленькие! Такой, блядь, маньяк реально в доме. Просто, ребята, это эпик. Это просто эпик. Это просто чудо. Мне просто нравится сейчас осматривать эту карту. Это безумно круто, ребята. Это молодцы, молодцы разработчики. Они реально идут сейчас в нужном направлении. Я оттащусь. Я тащусь от того, что вижу сейчас. У них не так много генераторов сейчас можно сделать. Так, идем. Осматриваем потихонечку. Они в домах сейчас сидят, сучки. Туда кто-то по-любому должен будет пойти. Да. Хуярят уже здесь вовсю. Хуярит уже, пока папка отошел. Да-да-да. Здравствуйте, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте, маленькие пидоры. Ах ты, сука! Больно же по пальцам прям! Я слежу за тобой, мудак вонючий. Они пытаются дочинить этот генератор. Привет. Привет, пидор, блядь! Вот теперь у меня третий уровень. Вот теперь тебе будет страшно, уёбок. Вот теперь тебе будет больно, пиздюк.
Вот теперь тебе будет хуёво, блядь. Кудрявый, блядь, без кудрей. Давай, хуярь. Больно, блядь, сука вонючая. Мразь, блядь. Хорошо, блядь, сделали мы. Хорошо, блядь, мы с тобой поработали, кудрявенький. Он крюки ломал здесь, пидор, говорят. Пидор, говорят, крючки ломал, блядь, для папочки, нахуй. Но добегался, блядь, мудак, блядь. Хейтер ебаный, блядь. Давай! Кричи! А-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та. Эй! Пум-пум-пум-па-пум-па-бам. Где твой друг? Он остался один вдруг. Он наверху починил генератор, да? Ладно, троих убили, блин, но карта вообще прикольная, ребята. Мне интересно, будет ли он спасать своего товарища? Подбежит ли он спасать? Этот да выпендривался, как бы. Вон, да, он. Он побежал к тому генератору. Вон он бежит. Вон он, где, вот он, да. Делает меня сильнее сейчас. Он делает меня бодрее. Он пытается убежать в люк, маленький пиздюк. Он ждал открытого люка, но не дождется, сука. Да, блядь! Вот это красивая игра! Вот это, блядь, ребята! Вот это игра по красоте просто, ребята! Крюка нихуя нет, ребята. Эх, крюка нихуя нет. Ну ладно. Ну чё, блядь, рассказывай. Рассказывай, маленький. Позволим ему спастись, может быть? Давайте позволим ему спастись. Давай, ползи. Твоя кровавая лужа будет. Смотрите, какой эпичный вид. Смотрите, машина. Смотрите, он пытается выжить. Он пытается выжить. Я дам тебе спастись, слышишь, маленький? Я дам тебе спастись. Ползи, люк там. Давай. Давай. Давай, ползи. Ползи. Подожди, я тебе помогу. Я тебе помогу. Ты почти, кстати, дополз. Ты молодец. Ты молодец, маленький. Ты можешь, да. Вот, да. Блять, сука, хотел тебя отпустить. Сука, пидор, блять, вонючий маленький ублюдок, блять. Ладно, беги. Ладно, пускай спасается. Пацан молодец, ребята. Дадим ему очков. Молодец. Хотел еще поиздеваться, просто перекинуть его. Но все равно это победа, ребята. Пацан спасся, получил очков. Ребята, довольно классно получилось у нас. Довольно классно получилось у нас, как я вижу. Мы посмотрели и новую карту с вами, и нового маньяка. Нихера против меня играли-то, серьезные пацаны какие. Но я все равно в топе, как бы, и было весело. Спасибо вам, друзья, за игру. Крепота, звездец. Обосрался, маленький? Давайте зададим вопрос. Обосрался? Обосрался? Страшненького? Ставь лайк, ёпта. Ладно, друзья, вам спасибо огромное еще раз. Хотите больше Dead by Daylight? И сейчас, наверное, в ближайшее время не получится снимать, так как занят очень, но буду снимать. В общем, все зависит от ваших лайков. Чем их больше, тем... я буду больше думать о съемках Dead by Daylight. Вам спасибо еще раз. С вами был Шуморо. Всем пока и удачи вам.